быстрее. Аккуратно, там голова. А зачем ты ее с собой взяла? В институте же новые дадут. Если поступлю. А вы точно ко мне? Разумеется. А тетя Альбина где? Точно, все время забываю. Спасибо большое. Здрасте. Привет. Ну и кто это пришел к моей будущей жене? Яна, племянница Альбина. Приехала поступать в Академию художников. Так Альбина говорила. А у нее что, брат есть? Сестра. Но они не общаются, поругались, наверное. Альбина не любит об этом говорить. И они что, к тебе на запах пришли? Да я на 5 минут отвлеклась, а через полчаса оказалось, что суп не варится, а жарится. Ладно, сделаем вид, что это гуляш. Как ты умудрилась такое сотворить, а? Ну, раз на ночь есть вредно, тогда сразу в постель, да? Да, Лень. Когда? Где? Миша что говорит? Лень, Миша – это наш эксперт. Что он говорит? Ясно, скоро буду. У нас новое дело? Нет, новое дело у меня. А у тебя дело старое, называется «Ресторан для свадьбы». Я с тобой. Нет, ты вместе с Альбиной, лучшим экспертом по организации нашей свадьбы, поедешь выбирать ресторан. А с убийством я как-нибудь сам справлюсь. Но это же не ресторан. Да, Петр Иванович, здравствуйте. Простите, очень плохо слышно, не ловит. Повторите еще раз, что вы сказали? Алло, так лучше? Александра Николаевна, тут дело необычное. Похоже, как раз по вашей части. Очень прошу, подключитесь, пожалуйста. Адрес места преступления сейчас смс-кой пришлю. Конечно, спасибо, до свидания. Ну что, пойдемте, коллега? Значит, вы говорите, у вас был обед, и вы ничего не видели. Тело утром нашли рабочие. Смерть, скорее всего, наступила из-за падения. Точнее, скажет эксперт после вскрытия. Откуда летело? С 7-го этажа. Точного времени нет. Вчера. Хорошо. Я не видел. Вот. Ясненько. Так, давайте мы тогда сделаем так. Я сейчас составлю протокол. Что за нити? Что-то мне это напоминает. Значит, плохо дело. Во! Сделай общий план, ладно? Пожалуйста, проходите, не мешайте. Я отошел, да. Снимайте. Нет, общий план взять еще отсюда, там еще... Мне кажется, тут работал художник. А мне кажется, тут поработал преступник, который молодую девушку из окна выбросил. Здорово, Мишень. Здорово. Так, я готов. Пальчики я взял. Личность установили? Нет. Паспорта при ней не было. Телефона тоже. Я тогда не понимаю, почему ты до сих пор здесь стоишь. Свидетели сами себя просят. Понял. Здесь еще. Странно. Ну, он прав? Такого не видел. Это художник обустроил? Смотри-ка. А, вижу, вижу. Что-то значит, это... опять хотя вместе работаем. Да, вот. Стоять. Отпечатки. Слушай, да. Смотри у себя. Саш. Миш, спасибо. Спасибо. Тебе не кажется это странным? Ну, мне все же, это можно отвозить. Уже. Маска никак не вписывается в стилистику комнаты. Там с улицы надо посмотреть.
Я сейчас схожу. Что? Проверим. Это все очень странно. Для свадьбы место преступления поинтереснее выбираешь. Где столы ставить будем? Альбинчик, ну я серьезно. Эти вещи — это же символы. Да? Вот. Нити. Нити — это судьба. Прялка. Прялка — это жизнь? Ну да. Они какие-то разрозненные. Нет общей картины, нет. Картина. Точно. Горим. Чувствуешь? После пункта «Сжечь кастрюлю». Waterhouse. 1894 год. Он несколько картин написал под влиянием поэмы Теннисона «Волшебница Шалот». Помнишь? Да. Это которая из-за проклятия из башни выйти не могла. И жизнь в волшебное зеркало наблюдала. Вот видишь, в зеркало уже треснуло, проклятие начало работать. Элейн сбежит и обязательно погибнет, поэтому золотые нити на ногах. Символ гибели и неизбежности после смерти. Саша, ты заметила, что тебя убийство больше, чем собственная свадьба интересует? Надо Грекову позвонить, сказать, что я нашла. Самого главного ты не нашла. Ресторана. Спорим, что он зацепке больше обрадуется, чем ресторану? Ой. Вот это меня и беспокоит. Помнишь карнавальную маску на месте преступления? Она никак в стилистику прерафаэлитов не вписывается. Ну вот, все. У нас труп не опознан. Свидетелей нет. Вот проблема. А маска – это не проблема. Здравствуйте, Александра Николаевна. Привет, Лёня. Андрей Васильевич, я только что от экспертов. Они пальчики по базам прокатали и… Понял. Спасибо огромное за ваше исследование. Мы обязательно им воспользуемся. И все? Я тоже хочу преступника искать. Ресторан. А может, напрасно Александру Николаевну выставили? Она бы тут пригодилась. Отпечатки Агина. И этот Агин утверждает, что он художник-акционист. Этот Агин — наш постоянный клиент КПЗ. Ну вот Александра Николаевна могла бы с ним договориться. Ну, как художник с художником. Александра Николаевна и без нас все приключения найдет. Давай не будем ей в этом помогать. Ты что же? О! Меня выгнал Греков. Искать ресторан для свадьбы. Ну так... Пока договор о закрепощении не вступил в силу, предлагаю поехать кутить. Куда? Какая разница? Последний глоток свободы. Похож? Да вы меня разыгрываете. Это подлинник. Деларуш сам бы засомневался. А Матрохина нет. Сейчас освободится, расскажет, как в аэропорту экспертизу проводил. Ну, должно нам было как-то пригодиться, что проректор с улыбкой у нас на даче забор красил. Потом перекрашивать пришлось. Ну что?
Ну, для абитуриента неплохо, и для студента очень неплохо. Мы даже знаем, что это за студент, да? Чья это была гениальная идея? Лучше скажи, что Сеня. Моя. Ну, знаете, чужие картины выдавать за свои – это тоже талант нужен. Только вот ради чего вы к нам в академию торветесь, а? Или лучше спросить, ради кого? Альбиночка, девушка выбрала Сеню. И как минимум вкус у нее есть. Вчера ночью вернулся, сегодня утром ушел. А сейчас где? Чего полегче спросить. Агин не из тех, кто всех подряд в свои планы посвящает. Ну, вы не все подряд. Все-таки сосед по мастерской. Знаете, хотя если вам не принципиально, вживую или в инете, то через полчаса на его блоге будет прямая трансляция. Трансляция? Ну, подробностей я не знаю. У нас уговор такой, вот мастерскую делим, а творчество у каждого свое. Понятно. А это кто? Кажется, он с ней встречался. Но это не точно. В личную жизнь друг друга тоже не лезем. Вот блок Агина. Всем привет, ребята. Спасибо, что присоединяетесь. Сегодняшний хэппининг не продуман до мелочей, но, надеюсь, он удивит вас своей спонтанностью, да? Хэппининг – это что такое? Александр Николаевич знает, наверное. Итак, я назвал эту акцию «Страх». Да, и для этого мне нужна… О! Вот, кажется, и она. Милая, почти красивая, придавленная своими мыслями. Она ничего не замечает вокруг. И как лунатик оступится, если выдернуть ее здесь и сейчас. Да, друзья, мне кажется, этот вариант мне подходит. Пойдем? Ну что ж, хэппининг начинается, друзья. Я не знаю, что такое хэппининг, но уверен, срок за него дают. Гениальный мошенник. Не хочешь учредить премию авторов лучших подделок? Награждать поддельными дипломами и сертификатами. Да. Я помню этого Вермеера. Если б не ты, висел бы сейчас у французского коллекционера. Ну да, молодая женщина, сидящая за Вирджинеллом. На Альбину чем-то похоже не находишь? Нет. Ты на свадьбу-то позовешь? Ты знаешь, сколько мне лет, Лизенька? В ЗАГСе ведь засмеют же. Пойдем, дорогой, покажу тебе Наполеона. Возможно, ты знал его при жизни. Да. Дом без оборудования, подделки высочайшего уровня определяет. О нем легенда ходит. А ты думала, что он работу студента не узнает? Подумаешь, я вообще у него учиться не хочу. Уж если не поступать в академию, то только к Стасову. Это второй перевод Сени. Летом нам, к нам в Коломну приезжал. Вот это настоящий художник. Вот не у него бы я училась. А этот ваш Матрохин... Стасов. Да, они приезжали. Извини. Кажется, мне пора. Мне надо идти. Великолепно. Мне очень понравилось. И вы невероятные. Мне очень интересно с вами пообщаться по поводу того, как вы с рентгеном работаете. Ну, некогда сейчас, надо бежать. Спасибо за выставку. До свидания. Твоя давняя поклонница. Ну, а чего она так быстро убежала? Подробности мы узнаем.
из криминальных новостей. Извини. Ну и как это понимать? Которые парадные портреты всем генералам пишет. Ты что? Писал. А теперь подумал о душе, решил заняться поп-артом. Копирует мировые шедевры и вставляет туда детали советского быта. Я видела. Мадонна с погремушкой. Хотел плюнуть в историю и не доплюнул. На месте преступления найдена советская маска. Надо проверить, нет ли у него картины, похожей на место преступления. Где мой плащ, а? Ты без плаща пришла. Точно. Ребята, вам видно? Вот она идет уверенно. Сознание явно не работает на самосохранение. Дорога знакома до мелочей. Если 327 раз здесь ничего не случилось, то почему должно случиться сейчас? Вот. Что на здании было написано? Так. Опа! Решила срезать через парк. Идеально. Колесо обозрения. Я знаю это место. Он убьет ее? Нет, билеты в планетарий подарит. Вызывай наших, я попробую его взять. Страх – это продуктивная эмоция. Вовремя использованный страх выводит сознание на новый уровень. Следите за моими акциями, друзья. Да, мы следим. Сюда, сюда. Что происходит? Лицом к дереву, лицом к дереву. Что ноги такое? Шире, руки вверх. Что, что? Держи руки. Да держу. Девушка где? Я? С вами все в порядке? Он вам ничего не сделал? Я вернул ее здесь и сейчас. Зафиксировал момент перехода в посустороннюю реальность. В чем проблема? Он вас ударил? Ну ударил. Что вы, только напугал. Обещал проводить до дома. Но это он не сможет. Я его сам до отделения провожу. Пошел. Пошел! Да, Лень, все в порядке. Жди у машины. Она троек лепила, потому что... Да специально. Конечно. Теперь пересдача. Доброе утро. Ау. Смотри. Это картина по Уэтерхаусу. А это комната, где убили девушку. И вуаля! И там маска советского времени. Кто гений? Я гений, я гений, гений. Слушай, я поэтому и пришла к тебе в такую раннюю. Можешь с Яной рисунком позаниматься к поступлению? Да, конечно. Только сначала мне надо съездить к Стасову. Говорить с ним про картину. Ну, я не надеялась, что ты скажешь заехать в магазин, выбрать платье для свадьбы. Ну что, Левушкин? Ну что у тебя здесь с перспективой? Нарушено. Но вот эти две должны висеть вместе. Нет, это мне не нравится. Послушай, Левушкин, а у тебя же были замечательные городские пейзажи. Ты приноси их завтра и посмотрим, куда их поставить.
Ну что, давайте, кто следующий? Извините, пожалуйста. У меня к вам вопрос. Я с журналистами не общаюсь. А я не журналистка. Алексей Вадимович, у меня несколько этюдов пропало. Я думаю, это моя соседка Светка их взяла. Я с ней разберусь, но пока вот. Девушка, ну я же вам сказал. Я со студентами работаю, у нас развеска скоро. Вы приходите через пару недель, а лучше через месяц. Хорошо, хорошо. Я подожду. А ну она что? Тем более. А при чем здесь Светлана? А это я у вас хотела спросить. Это моя соседка, она взяла мои этюды. Найду ее, убью. Вы опоздали. Света найдена мертвой. На стройке вчера. Это очень печально и неожиданно. Ну-ка, успокойся, успокойся. Если ты что-то вспомнишь про Свету, позвони мне, хорошо? Пойдем, подышишь, умоешься. Пойдем, пойдем, пойдем. Она все-таки сделала это, да? Светка давно говорила, что она хочет покончить с собой. Прыгнуть с крыши? Не сдала сессию? Неразделенная любовь? Послушайте. Она просто... Ну, она просто хотела провести этот перформанс. Ну, самоубийство... Оно тоже может быть своего рода искусством. Это красиво? Ну, по-твоему, вот это вот красиво? Ты видел когда-нибудь человека, выпадающего с 8-го этажа и разбивающего об асфальт? Ты видел это, а? Ну, мы же не про последствия, мы про процесс, понимаете? Зеркало, прялка, ну, завораживает же, не правда ли? Даже вас! Хорошо, я был там. Я был там. Но Светка попросила меня просто помочь все подготовить. Но я не знал, что она пойдет до конца. Не знал. Ладно. А по-моему, мне полагается звонок другу. Не так ли? Дайте мне, пожалуйста, телефон. Мой еще со вчерашнего дня разрежен. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Неужели решили завязать с расследованиями и вернуться в лоно высокого искусства? Альбина мне про вас все рассказала. Это ж надо. Художник, эксперт, реставратор, все в одном лице. Как вас в полицию-то занесло? Да, я просто поняла, что искусство — это бизнес. Талант продается, художник покупается. Здесь всегда есть место мошенничеству. Вам ли не понимать? В смысле? Ну, подделки, которые вы обнаруживаете, они же не только от любви к искусству. Правда? Подожди, тонко подмечено. Хотя мне есть вам, что возразить. Жаль, вот времени только нет. Тут студенты ждут, очередная развеска работ на носу. Ну, вам ли не знать, это ежегодный локальный конец света. Но я надеюсь, как-нибудь посидеть с вами за рюмочкой чая, болтать не сейчас. Так что посидим обязательно. Нет, это бессмысленно. Извините, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард.
Недешевого адвоката вы себе нашли. Простите, а вы подозреваемым кем приходитесь? Отец. Фамилию матери взял, стервец. А знаете, слишком рано вы Максима записали в подозреваемые. Предоставьте материал дела. Надеюсь, ты им ничего не сказал? Ну вот, продолжай молчать. Взрослые разберутся. А что ты знаешь про этого Стасова? Это даже. Учти, на него очередь еще с абитуры стоит. А женился он только один раз, и то по расчету. Да, брат, я же с точки зрения расследования. Да, он любовницами жонглировал даже, когда женат был. А жена умерла, у девушки еще и надежда на брак появилась. Так что держись подальше от толпы его поклонниц. Задавят. Так это же может быть мотив. Если у Светланы был роман со Стасовым, это надо проверить. Или надолго? В любом случае, убили не того. Какой бы ни был любовный треугольник, убивать надо мужика. Не ошибешься. У тебя все нормально? А? Вернусь, поговорим. Света влюбляется в Стасова. Ты меня спросишь? Как же так? Он в два раза старше ее, а я тебе отвечу. Все студентки творческих вузов влюбляются в преподавателей. Даже я, знаешь, как я по своему преподу по рисунку страдала? Ни один пленер не пропустила. Да, в общем, Светлана влюбляется в Стасова и бросает Максима. Вуаля! Мотив. Ты ресторан выбрала? Нет, я занималась расследованием. Нет, расследованием занимаюсь я. А перед тобой стояла совершенно другая задача. Да? Да. И что ты нарасследовал? Ну, например, Штагин. Это сын Стасова. Отношения у них, правда, не очень. Если бы не оскорбленное самолюбие. Мне кажется, Стасова только одно заботит. Лишь бы Агин ничего лишнего не наговорил. На самом деле, все это тебя не касается. У тебя свадьба через 3 недели. Здрасте, Александра Николаевна. Привет, Леня. Андрей Васильевич, выяснили телефон потерпевшей. Это ее последние контакты. Все. Пообедали. Работать. Андрей Васильевич, а я ведь не... Арбайтен Леня. У нас новый подозреваемый. А я? Чтоб вечером была в свадебном платье. Приеду. Проверю. Лично. Я надеюсь, на его биографии это никак не отразится, никаких последствий не останется. Ну, клеймо выжигать не будут. Сейчас они пообедают, и все обвинения будут сняты. Ну, извинений, конечно, мы не дождемся. Ну, почему же? Я всегда готов извиниться, когда есть за что. Например, извините, Алексей, что я не знал, в каких отношениях вы состояли с жертвой. В смысле? Ну, она же присылала вам СМС перед смертью.
просил на стройку приехать. Примите мои соболезнования, но в связи с этим появились вопросы. Открой кабинет. Хорошо, я расскажу. Присаживайтесь. Значит, она написала вам в день убийства. А есть доказательства, что Светлане помогли выйти в окно? Предполагаемого убийства. Вот то, что она прислала мне. Лёнь, подойди. Лёша, я сделала все, что могла. Я жила для тебя, а тебе это, как оказалось, не надо. Давай я умру за тебя, хочешь? Красиво умру, тебе понравится. Если хочешь остановить меня, приезжай сейчас. Точку на карте я тебе выслала. А если не приедешь, я шагну в это окно и навсегда стану твоим ангелом. И вы не приехали. Вы не могли не знать, что прялку, зеркало, она принесла туда все это с помощью вашего сына. Да, кстати, я рад, что зашла речь о Максиме. У вас нет больше никаких прав задерживать молодого человека, поэтому... Что-нибудь придумаю. Не сомневаюсь. Но на этот случай я должен сказать, что заметил на руке Максима синяк. Я не могу пока делать выводы, но мальчик находится в руках следователя, который сам недавно проходил по делу об убийстве. И? Даже не знаю. Но, знаете, такой следователь может проявить особое служебное рвение, чтобы выбить из подозреваемого те показания, которые ему нужны. Ладно. Отпусти этого акционера. Акционисты. Это можно подписать. Благодарю. Эдик, как ты спишь, а? Очень хорошо сплю, потому что защищаю невиновных. Вот здесь. Последний невиновный, которого ты защищал, вышел на свободу. И на следующий день убил несовершеннолетнего. Вер, ты ко мне? Нет, нет, нет. Она ко мне. Привет. Привет. Ну что, в театр еще успеем. Вер, ты специально мужиков выбираешь, которые меня бесят? Греков, это тебя бесят, те, кого я выбираю. Вообще, это не твое дело. Так, брейк. Андрей Васильевич, давайте оставим работу на работе, а в жизни будем общаться, как нормальные люди. Я гарантирую тебе, что ты передашь жену в надежные руки. Мир? Я не купила платье. Ты мне и без платья очень нравишься. А может, какую-нибудь неформальную свадьбу устроим? Без белого платья. В закусочной? В закусочной тоже хороший бывает. А как дела на работе? Ну, Стасов и Агин уже просто бесит. А похоже, что девушка действительно сама выпрыгнула. Поэтому дело придется закрывать. Ну, давай о работе больше не будем. Какие цвета. Ну-ка. Вот так. Не-не-не-не-не.
Погоди, убирай. Мы не будем ее рисовать. Мы будем ее жарить. Прошу за мной. Потрясающе. Я про повара. Мужчина, который может сводить тебя в ресторан, он ведь тоже не человек. На ночь есть вредно. Шафранное облако, восточная кухня. Любимый ресторан главного архитектора Москвы. Какой все желтый. Айдак. Молекулярная кухня. Давайте только без химии. У меня по ней двойка была. Вот. А мне вот этот нравится. Светло, просто на берегу реки. Знаете, что такое? Это откуда здесь? Это фотография с места преступления. Я же тебе говорил, не лезь. Случайно забыла просто убрать. Вот есть еще ресторан. Смотрите. Вот поезжайте и осмотритесь. Потом увидимся. Нет, ну нормально. Ты, между прочим, всегда так делаешь. Леня, в день убийства рядом со стройкой стояла фура. Надо ее найти. Надеюсь. Других планов у тебя на сегодня не было. А то мы не скоро вернемся. Да какие планы? Сень ни о чем, кроме учебы, не думает. Обещал по Москве со мной погулять, и вот уже неделю выбрать время не может. Ребенок возмущен. Она думала, учиться в Москве — это эвфемизм «оторвемся в столице по полной». Сеня молодец. Будь как Сеня. А мы поехали в ресторан смотреть. Саша. А тут хорошо. Да? Тогда давай по меню пройдемся. Давай. Нет, наверное, здесь холодно будет. Закажешь свадебное платье с начесом. И комары. Точно. Здесь же река, будут комары. Сервируем стол со средствами от комаров. Альбинчик, пойдем как-то здесь... Дорого? Далеко от Москвы. Смешно. Взрослые люди. Ну, зачем вообще этот свадьбу? Ну, зачем ее справлять? Ну, расписались бы, и все. Твой внутренний мужик выговорился? Да. Теперь давай поговорим с девочкой. Ей хочется большой торт, платье с кружавчиками и свадьбу тут. Я не могу слышать свою внутреннюю девочку, у меня денег у нее нет. Я помогу. Вот. Помоги мне своим примером, а? Сыграйте здесь с Арделем свадьбу с оркестром, конями, комарами. Может быть, и мне захочется? Нет, нет, нет. Свадьба не моя тема. Я на сестру насмотрелась. Тамара? Мама Яна.
Слушай, я давно хотела спросить, что там произошло? Секунду. Алло? Да, Арина, да, конечно, помню, Стасова, да. Вы знаете, кто убил Светлану? Не говорю, что знаю, но... Я, кажется, догадываюсь. Давайте встретимся в институте, у меня в 3 часа развеска. Вы успеете приехать к 2:30? Успею? Конечно, успею, но, может быть, вы намекнете? Нет. Мне еще нужно кое-что проверить. Увидимся. Только вот водитель просил регистратор пораньше отдать. У него завтра рейс, а он без него ехать боится. Молодец. Вот это она, там в окне.